Сегодня на обзоре у нас современная интерпретация скелетона от известной швейцарской компании Rado 01-734-6107-3016. Но перед тем, как мы начнем обзор, попрошу вас подписаться на этот канал. Чем нас будет больше, тем легче будет договариваться с известными брендами часов, и в обзорах вы увидите новые интересные марки. Нас встречает круглый элегантный корпус благородного черного цвета, высокотехнологичная керамика, легкий, надежный, долговечный материал, плавно выходящие ушки, которые переходят в такой же браслет из точно такой же высокотехнологичной керамики. С правой стороны заводная головка небольших габаритов с фирменным логотипом якоря или антенны радара, кому как будет удобно. Здесь же и плоское сапфировое стекло с антибликовым покрытием, оно чуть выше уровня корпуса, защищено от царапин, но под ним мы видим черный скелетонизированный циферблат. Достаточно длинные индексы с золотым обрамлением и со светонакопительным покрытием. Точно в таком же стиле выполнены часовая и минутная стрелки, практически прямые, также со светонакопителем. Секундная стрелка полностью в золотом цвете с большим противовесом. По внешнему кругу мы видим множество рисок и, конечно, красивый матово-черный ободок. Кстати, циферблат залегает достаточно глубоко. Ну а под циферблатом швейцарский механизм, часть которого мы, собственно, и видим. 25 камней, запас хода до 80 часов и точность в рамках минус 5 плюс 20 секунд в сутки. Здесь помимо автоподзавода есть еще и ручной. Собственно, о наличии автоподзавода нам сообщает надпись в районе 3 часов. И также тот самый фирменный якорь, который не стоит на месте, а двигается. Так вот, помимо автоподзавода мы можем подзавести часы с помощью головки. Приятный треск. А что касается автоподзавода, то благодаря прозрачной задней крышке, также из сапфирового стекла, мы видим ротор. Он у нас с фирменной надписью Rado. И здесь же информация по задней крышке о водонепроницаемости. 5 атмосфер, это значит, что в часах можно принимать душ, мыть руки, но плавать уже не рекомендуется. Очень красивый светло-зеленый накопитель. На камере он кажется немного бирюзовым. Вживую он чуть ближе к зеленому и прекрасная читаемость. Высота по краям ушек 48,5, диаметр 40 мм. Толщина корпуса 10,4. Корпус плоский, не выпуклый. Прекрасный браслет на запястье до 21 сантиметра. Фирменная надпись Rado. И, кстати, здесь застежка, а точнее ее внутренняя часть, из титана. Что же касается веса часов, то они весят 120 граммов, но на руке почти не ощущаются. Во-первых, эта модель подойдет людям с небольшими и средними запястьями, например, такими, как у меня. Ну и, конечно, любителям скелетонов, особенно их современных вариаций, потому что модель одновременно и классическая, и технологичная. Я считаю, что модель привлекательна по трем основным критериям. Первый – это материалы. Конечно, керамика действительно высокого качества. Это ощущаешь, как только берешь ее в руки. Далее – это, конечно, механизм. Великолепный запас хода 80 часов, прекрасная точность и декор механизма также на высшем уровне. Ну и третье, дизайн. Дизайн необычный, интересный, не просто скелетон, а, я бы сказал, усовремененный скелетон, модернизированный. Выглядит очень красиво и однозначно будет привлекать взгляды. Что же до недостатков, то лично я не считаю себя фанатом керамических часов. Не сказал бы, что я себе готов купить эту модель и, в принципе, какую-либо керамическую. Может быть, мне стоит привыкнуть к этому, или, может быть, это просто не мое. Данная модель продается по цене 174 700 рублей. Это такой средний швейцарский ценовой диапазон. И если вам модель эта приглянулась, и вы в восторге от керамических часов, от скелетонов, то однозначно могу вам посоветовать ее приобрести.
конце хотел бы узнать и ваше мнение по поводу этой модели. Обязательно оставьте его в комментариях под видео. Также, если вам оно понравилось, то поставьте лайк и подпишитесь на канал. Ну и, конечно, поделитесь этим видео с друзьями. А на этом все. Всем пока.